Город Могил. Флаги там малазийские, здесь филиппинские. Сейчас мы заходим в самую историческую часть прекрасного города столицы Филиппин Манила. Называется эта часть Интрамурос. Поехали! Кафедральная церковь города Манила. Церковь Святого Августина, 16 век, предположительно. Местного значения. Сыграть эту песню. Форт Сантьяго. Bye.
Баракай, Вайт Сэнд Бич. Молодец, сейчас мужика собьем. Стой, стой, стой. Нормально, еще давай. Опа!
пляж Балабан. Пляж Балабан. Как? Балабок. Балабок? Пляж Балабок. Thank you.
Балабок. Или Балабок. Дубль 2. Два места, ну и сзади два, например, для багажа. Нормально подходит для трех человек, пассажиров. Thank you.
Это величественная резиденция правительства Себу, возведенная известным филиппинским архитектором Хуаном Ариланом. Итак, во время Второй мировой войны здание было сильно повреждено. Однако сейчас вы видите его первоначальный облик. Удалось восстановить здание среди тропического сада. Знаменитый Лапу-Лап. Чем он знаменит? Тем, что это первый национальный герой, который вошел против колонизаторов и убил Магеллана, известного мореплавателя. Также в его честь названа местная рыба. Семейство окунев. Городской совет города Себу. Кто председатель городского совета? Лапу-Лапу. Базилика Санто-Ниньо. Самым крестом Фернандо Магеллан крестил филиппинский народ в 1521 году. Это базилика Святого Ниньо. Построена она была в 16 веке. На этом самом месте была найдена статуя младенца Иисуса Христа, которую оставил Магеллан в подарок королеве. В здании есть огромный орган. Это здание считается одним из красивейших в стране. Храм самый старый. А напротив христианский центр пилигримов. Святого
Павла. Вид сзади. А это уже вид спереди. Народу, как видим, меньше не становится. Старейшее казино города Макао Гранд Лисбоа. Много родственников, колбаса. Hello, Yinsan, Yinsan. Yinsan, Yinsan. Вкусно. Вкусно. Невкусная. Очень. Не очень. Что у вас на юбке? Устричный соус. Thank you.
Вам рукой желаю счастья и удачи в этой личной жизни. Привет. Next stop is Auburn Road. 下一站是。